Спасибо, что остаетесь с нами. Вернемся в игру. Посмотрел я, как попасть к вороне. Оказалось, все я делал правильно. Просто нужно было еще раз туда спрыгнуть, потому что по-другому ключ не взять. Я спрыгнул ниже, забрав этот ключ. Он мне также пригодится в этих катакомбах. Также я посмотрел, что да, можно вот так просто бежать вперед, а здесь можно спрыгивать обычным кувырком без разгона. Но и это гон, как видите. Обычным кувырком персонаж не допрыгивает. Судя по всему, я сейчас обычным кувырком не допрыгнул, потому что я тяжело вооружен и очень медленно двигаюсь. Поэтому у меня медленный кувырок и короткий. Поэтому мне в любом случае надо брать разгон и прыгать. Опять за мной какой-то ублюдок увязался. Вы надоели. Так, прицелился. И прыжок. Хорошо, все, я уже более-менее поднаучился. Вот, то есть я спрыгивал. Оказывается, вот здесь надо по-нормальному прыгать на эту крышу, чтобы без проблем все произошло. Я же там чуть-чуть с проблемами, но взял, тем не менее, ключ. И вот оно, гнездо. Яйки тут даже лежат. Свернуться клубочком. И ждем. Ворона, я здесь. А, вот, все. Уснул, видимо, долго тут сижу. Воронья служба доставки. И тут тоже два яйки. Северное прибежище нежити. Итак, собственно, я вернулся в начало игры. Посмотрим, что здесь, что теперь я могу здесь сделать. А, привет, монстры. Давно я здесь не был. Я счастлив, что вы меня так рады встретить. Черт! А враги-то сильнее стали. Так. Я совершенно не помню уже, куда здесь можно идти, что здесь можно делать. Что? Что такое? О, черт возьми! Невероятно. Что за монорог? Что это? Да почему я здесь-то? О. Какая жесть, просто игра, ты издеваешься, что ли?
Так, а где они? Ушли, что ли, уже? Эти святые безумцы уперлись, видимо, в склеп или куда они там собирались. Наверняка их там растерзают. Вот я более чем уверен, что когда приду, найду их останки. Ну, может быть, кто-нибудь там один выжил, весь израненный, как это обычно бывает. Да черт подери, как же сложно-то все. Я уже нервничать начинаю. Игра меня хочет доконать, откровенно. Управляться сложно. Камера — это вообще отдельная история. Еще какой-то гигантский монорог меня ваншотнул просто. Я не понимаю вообще, как это... Это либо супер, просто абсолютное невезение какое-то у меня вот сейчас началось. Потому что, ну, я начал убегать, он настолько четко, прям четко мне в спину как долбанул. Одним ударом, и все. Если бы я отбежал, полечился, я бы попробовал с ним посражаться. Но произошло, что произошло. Сейчас мне снова надо сворачиваться клубочком. Потом у меня там 14 тысяч было. Это очень высокий показатель. Чтобы забрать их, мне, наверное, надо будет туда же вниз спрыгнуть. А там босс, который может ваншотнуть и... Да проклятие, вообще не понимаю, как это все делать. Как-то же получилось в прошлый раз, причем с первой попытки. Сейчас опять ничего не получается. Ай, уйди от меня. Вот. Так-то лучше. Обычным кувырком намного проще. С хорошей подвижностью это только делается. Так, ну ладно, хоть ждать не придется второй раз. Первый раз что-то прям сильно долго я ждал. О, есть. Мои души, я их уже вижу. Они вон где появились, наверху перед падением. Замечательно. Да что за ерунда? Так, я понял, здесь подстава жесткая.
Здесь, кстати, я с первым боссом дрался. Я помню вот эту решетку там, и здесь надпись гласит «Беги». Так, сейчас обойдем вот так вот. Здесь должен быть, да, здесь костер. Ну вот, другое дело. Души у меня, костер у меня. Так, я прыгаю вниз и... И пробую с ним сражаться. О, он очень жесткий. Он очень жесткий. Бродячий демон. Я сделал сильный удар, ну и... И мои души внизу оказались. О, невероятно. Так, это ужасно. Получается, мне нужно... Что мне нужно? Да уйди от меня. Получается, мне нужно... Драться с ним по-другому никак. Так, вот мои души. Быстро забираю их, отхожу. Так, лечусь. Что происходит вообще? Ну, здесь два варианта сейчас. И он меня ваншотнул. Все взрывается. Это супер мощный демон. Мне его не одолеть. Он слишком крут для меня. Так, мне надо сделать следующее. Мне нужно... забрать как-то свои души, полечиться и свалить оттуда. Вот что мне нужно сделать. Так, где мои души? Вон они. Так, есть, я их забрал. Уходим, все. Ну, как-то так. Прокачаю костер. Дела плохи на самом деле. Я совсем не помню, куда здесь вообще можно идти, что можно делать. Вот интересно было, что когда я с той стороны спрыгнул... Да... Как вы надоели мне. Вот, когда я падал с той стороны, души появились сверху после смерти. Что-то мне не хочется в канализацию идти. Вот
По-хорошему они бы сверху появлялись, и тогда я бы... Ух ты! Появлялись бы они сверху, я бы просто спокойненько, спокойненько... Пробовал снова, снова и снова. 1000 душ дали, и, по-моему, это тот самый... Так, щит с эмблемой я получил. По-моему, это тот самый рыцарь, который мне здесь где-то помог. Вот здесь, что ли, он сидел? Типа, уходи, говорит, иначе я на тебя нападу. Я, говорит, не хочу этого. Так, камень, я об этом помню. Щит с эмблемой. На 5% меньше от огня, на 5% больше от молнии и на 50% больше от магии. И весит на 2,5 меньше. Ну что ж, хороший. Щит неизвестного рыцаря. Все, тогда я буду использовать именно его. Щит с эмблемой. Еще и красивый. И прям подходит к моему доспеху. А, и этот рыцарь был прям в таком же доспехе, как я сейчас. Но такой позолоченный, красивый. Угу, я понял. Кажется, здесь меня тогда убивали, или... Я уж не помню. Но в любом случае, вот здесь решетка, и наверняка сейчас-то я ее смогу отпереть. Да, ключ от западного крыла, второй этаж. И это именно тот самый ключ, который я в храме огня нашел неподалеку от вороны. Ржавое железное кольцо. И все, что ли? То есть ради этого я сюда пришел? Эту лестницу я помню. Да, здесь залезть нельзя было. А, точно, я еще предмет-то в первой там или во второй серии посмотрел на него, думаю, как добраться-то. Типа, ну ладно, потом. И вот, спустя столько времени это потом настало. Надо же. Так, ржавое железное кольцо улучшает чувство равновесия на нетвердой земле. Железное кольцо использовалось для сковывания виновных. Все ржавое и немного испачкано кровью. Нашедшие это загадочное кольцо к своему удовольствию обнаружат, что передвигаться по болотам стало легче. То есть это вот та вода, например, в канализации, когда я по пояс там вот так вот еле шел. Если я правильно понимаю, то... Теперь это кольцо поможет мне передвигаться так же, как и всегда. Даже вот по пояс в болоте. Это замечательно. Так, надо одеть его обязательно. Колец что-то мало вообще пока что у меня в этой игре.
Так, сохраниться. Хотя, зачем я это сделал, если... Ну да. Ладно, неважно. Так, а тут вообще что-нибудь еще есть интересное? Я вообще не помню. Ну-ка, вот, например. Это болото? Да. То есть вот я зашел без кольца, я просто иду шагом. Ну, спринтую нормально. Так, одеваю кольцо. И передвигаюсь спокойно. Хорошо, полезный предмет. В принципе, полезный. Там кто-то мощный, что ли? Черт, возьми. Ты кто? О, это черный рыцарь. Ладно, буду драться. Здорово, сильная атака прерывает его атаки. Очень хорошо, обломок кркитонита. Красного, что ли? Да уж, обновилась локация, здесь стало очень жестко сражаться. Странная кукла. Хм. А, так это самое начало, я только сейчас понял. Ну да, я вот здесь очнулся. Черный рыцарь, я уже без проблем с ним справляюсь. И некая... Странная кукла, причем это ключевой предмет в нелепом платье. Когда-то существовало такое чудовище, которому не было места в мире. Оно крепко вцепилось в эту куклу, и вдруг его затянуло в нарисованный мир, холодный и необитаемый. Нарисованный мир, что? Ну, если по Bloodborne сравнивать, то... Такие ключевые предметы, они использовались для перехода в какие-то локации в новые. Там, например, в кошмар охотника, там, налившийся кровью глаз. Ну там-то все на крови раз основано. Возможно, в какой-то нарисованный мир я смогу попасть, судя по описанию куклы. Но наверняка это будет не сейчас и не скоро. Ладно, вылезаю. Так, получается, что? Наверху я походил, нашел кольцо. Получается, решетка, она только до кольца меня вела, и все, больше вообще ничего. В начало игры я сходил, нашел вот секретный предмет. Внизу супер мощный босс, к которому я не готов. Поэтому я попробую пройти еще, пожалуй, вот сюда. Посмотрим, что здесь появилось. Так, еще костер. Откуда? Так, здесь я помню свое первое снаряжение подобрал. Это был щит. Просто деревянный щит. Так, и еще один. Я вижу...
Черный рыцарь. Не рассчитал. Черт возьми! Да черт возьми! Нет! Какой ужас! Какой ужас! Это было жестко. Опять обломок кыртитанита. Красного, что ли? Усиление плюс 9 оружие огня. Ага. Усиление плюс 4 оружие хаоса. Вот так вот. То есть есть, видимо, еще оружие хаоса. А есть небесное. Так, после обнаружения глыб в Лордране началась погоня. Так. Понятно. А мне надо какой? Я не помню. Мне надо зеленый, по-моему. Жаль, не зеленый. То есть я уже два красных нашел из двух черных рыцарей. Так странно читать эти обучающие сообщения, когда здесь такие жесткие враги уже появились. Ну да, все, вот теперь точно все. Всю эту я обошел. Всю локацию. Ну да, через верх я попадал. Через верх я попадал в западное крыло ради кольца. Ну все, здесь больше делать нечего. Мне вот интересно... Давайте-ка я, пожалуй, даже это проверю. Сейчас, пока не забыл. Так, спускаюсь вниз. Спускаюсь вниз. Иду сюда. К боссу не прыгаю. Он очень жесткий. Чуть мне кажется, я его не смогу одолеть. Так, отдыхаю возле вот этого костра. Все. Я обнулился, враги, по идее, тоже обнулились. И теперь смотрим, появился ли... И нет, черный рыцарь уже не появился. Значит, эти рыцари одноразовые. Ну, в принципе, да, я-то и подумал, что я сейчас просто буду тут красный титанит себе фармить. Видимо, эти жесткие враги одноразовые. Ну, ладно. Все понятно. Что ж, единственный путь, это путь вниз к этому демону, но что-то я не готов с ним драться. Еще и души можно все посливать со всем этого. Совсем этого не хочется. Ах, невероятно. О, спасибо. Какой подарок. Хорошее место. То есть я сдох-то там,
А мне почему-то души дали здесь. Как и когда в первый раз к тому боссу спрыгнул. Да вы... Что с вами не так? Проклятые... Какой у них дамаг, я вообще не понимаю. Да что за чудовищный урон? Безумство какое-то полнейшее. В общем, их нельзя вообще переигрывать. С ними надо строго блокироваться щитом и после этого бить. Они неадекватные. Так, сворачиваюсь клубочком. Я ухожу отсюда. А, еще здесь убийца запросто можно. Спасибо, мисс Ворона, доставила меня в целости и сохранности. Кур-кур. Сыра тебе какого-нибудь принесу при случае. Так, обязательно сохраняюсь, иначе я опять там появлюсь в случае гибели. Ну что ж, завершаю серию, продолжу в следующий раз. Увидимся.